покажет то, как ты в Woman влюбилась. Но сначала у меня есть небольшая новость. В моем интернет-магазине появился мерч с ведущими этого канала. Ссылки будут в закрепленном комментарии. Что ж, давайте смотреть анимацию. Держитесь от меня подальше, вы отвратительные монстры! Ой, кстати, хотел отметить, что эта Тэва Вумен появилась в предыдущей серии, и она там была очень агрессивной. Игроку чуть динамик не разбила. Спасибо, Иван Тусмен. А, камерамен? Зачем вы мне это показываете? Погодите, нет, пожалуйста, не надо. Вы там что, сейчас показали, что этот скибиди-паразит залез ей в голову? Офигеть. Дамы и господа, впервые с тех пор, как началась война, мы верим, что наша победа близка. Наш враг очень слаб. Они не предлагают ковать железо, пока горячо. И завтра мы с Тэва Вумен поведем тэвэменов во внезапную атаку, чтобы изгнать врага из нашего города раз и навсегда. Кстати, а где Тэва Вумен? Разве она не должна быть здесь? Если повезет, эта война закончится уже к закату. Все свободны. Ой, очень странно, что Тэва Вумен пропустила такое важное собрание. Надеюсь, с ней все хорошо. Мистер Вумен, вы здесь? Что за... Ничего себе! Она ведь сделала целое удар этому камерамену. Только вот в чем вопрос, где она взяла вот эту вот фотку? О, приветик, камерамен! Так приятно увидеть тебя. Тэва Вумен, это вы? И почему у вас моя фотография в окружении свечек? Где вообще она взяла вот эту фотографию? Ты что, реально так фоткался? Да, так и есть. Ты такой фотогеничный. И я думаю, это вполне естественно для того, у кого маленькая камера вместо лица. Ой, ну она прям сыпет комплиментами. Фотография не может передать всю твою красоту. Слушайте, я не знаю, что происходит, но то он убьет меня, если застукает нас здесь. Потанцуешь со мной, камерамен? Потанцевать? С вами? Это песня, под которую танцевали мои родители на свадьбе. Может быть, мы танцуем под нее и на своей? Так, свадьба? Да о чем ты вообще говоришь? Не поймите меня неправильно. Я, конечно, прощен всем этим, но вы не в моем вкусе, ясно? Ой, чувак, как бы ты ни пытался сказать это вежливо, но прозвучало это довольно-таки грубо. И ты явно нарываешься на неприятности. Ты что, не видел, что ли, как она игроку чуть динамик не разбила? Это вообще не вариант. Или ты полюбишь меня по своей воле? Ну или она разобьет тебе линзу. Впрочем, я не удивлюсь этому. Или я заставлю тебя полюбить меня. Погодите, что? Нет. Сначала Тэва Вумен куда-то пропала, а теперь камерамен. Куда, черт возьми, они делись? Какого черта? Что? Что здесь вообще происходит? Мы с камераменом танцуем. Потому что мы влюблены. Вы с камераменом влюблены? Да как это случилось? Это ведь мы должны быть вместе. О, не сделайте одолжение, босс. Сфоткайте нас. Я хочу запечатлеть момент, когда я нашел свою вторую половинку. Вторую половинку? Ничего себе, камерамен какой нахуй. Получается, он отжал своего босса девушку. А теперь его же и просит, чтобы он сфоткал их. Мой экран! Ну все, хватит. Слушайте сюда, я не знаю, что тут происходит, но там придет конец. Погодите, куда же они делись?
все это произошло за один день? Ничего себе, какой насыщенный денек-то выдался. Я так рада, что мы любим друг друга. Похоже, ты хочешь пить. Давай я налью тебе воды, моя дорогая. Да нет, не надо, все нормально, я... Ой, погодите-ка. У них там что, настоящая человеческая еда на столе? А куда они ее запихивают-то? Прямо на экран себе намазывают? Или куда они ее пихают-то? Ой, вот это, конечно, был ожидаемый результат. У вас ведь нет рта. Зачем ты ей воду наливаешь, придурок? Ой, прости, все хорошо? Что? Где? Я... Да, нет, все хорошо. Просто на самом деле мне вообще не хочется пить. Но я по-прежнему голодна. Да еще бы ты не была голодна. Я же там целая тарелка, и ты еще ничего не съела. Может, принесешь мне еще одну тарелку этой восхитительной пасты? Да с удовольствием. Скоро вернусь. Вау! Черт возьми, что ты там делаешь, камерамен? Да, у меня романтическое свидание с Тела Вуман. А что вы здесь делаете? Вот в чем вопрос. Ну что, все еще влюблен, мальчик? Да я должен порвать тебя пополам за то, что ты увел меня, Тела Вуман. Вау, что происходит? Где это я? Да в чем дело? Ой, он этой оплеухой вправил ему мозги. Так надо пойти и Тела Вуман тоже дать по щам. Может, тоже очухается? Я расскажу тебе, в чем дело. Ты шлялся по всему городу с моей леди. А? В смысле, с Тела Вуман? Да я бы никогда. Хватит врать. Рассказывай, как это случилось. Что вы делали в том офисе до того, как я пришел туда? Да я вообще не помню, что было раньше. Только яркий розовый свет. Медвежонок, почему же ты так долго? ТВМН? Тела Вуман, здесь творится что-то странное. Ты не любишь камерамена, ты же любишь меня. Нам ведь суждено быть вместе. Ты должна поверить мне. Поверить тебе? Как же я могу доверять незнакомцу, которого застала на кухне вместе с любовью всей моей жизни? Да не он любовь всей твоей жизни. Ну, конечно же, он. Как ты вообще смеешь говорить о нашей с камераменом любви? Ну же, камерамен, скажи ему, как ты сильно меня любишь. Кто? Я? Я... Ну же, камерамен, скажи ему. Слушай, вообще-то это не так уж и просто сказать. Ой-ой-ой-ой, кажется, камерамен нарывается на неприятности. Не знаю, что произошло за те минуты, как ты ушел за стола, но если ты меня больше не любишь, то ты не оставил мне выбора, кроме как уничтожить тебя. Вы спасли меня. Спасибо. Оставь спасибо на потом. Давай выбираться. О, камерамен, как ты думаешь, захочет? Эй, чмошник, ты все еще говоришь о моей леди. А теперь заткнись, давай придумаем, как все исправить. Смотри, корабль. Думаю, его можно использовать. Камерамен. Уходите без меня. Я еще не закончила с тобой, камерамен. Ну, вот теперь-то я понимаю, что игроков в прошлой серии очень сильно повезло. Вы только посмотрите, какая вот эта Тела Вуман может быть бешеной. Какой-то кошмар. Я займусь ей. Уходи отсюда, камерамен, пока есть шанс. Но как же вы? Ноу, не волнуйся обо мне, пока смерть не разлучит нас. Разве не так говорят? Ты не знаешь, когда пора остановиться, не так ли? Тебя что, никто не учил не вставать на пути истинной любви? Но ты не любишь его, ты любишь меня. И я не остановлюсь, пока вы не вспомнишь это. Ну же, камерамен, думай, думай. Ее должна быть какая-то слабость. Но какая? Точно ведь. Вода. Она ненавидит воду. Сейчас я кое-что устрою. Пора с этим покончить. Погоди, милая, ты не можешь этого сделать. Разве часть тебя до сих пор не помнит? Не помнит? Не помнит что? То удивительное время, что мы провели вместе. Позволь-ка освежить тебе память. Мэм, вы в порядке? Что со мной произошло? Все, что я помню, это... Паста и медленный танец с камераменом. Ой, вот скажите мне, почему ее экран уже целый? Он ведь был в трещинах. Что все это значит? Эй, не важно, что там было. Давай забудем обо всем этом. Раз и навсегда.
сказать, что она очень...